где обучались наши знаменитые гимнастки mm-hmm. Алина Кабаева. А сама она из Белгорода. Итак, еще одна гимнастка из Украины, Кристина Пограничная. В недавнем прошлом юниорка. Она подает большие надежды. На самом деле это музыкальное сопровождение должно быть с голосом, видимо, взята только инструментальная часть. Называется она «Run, boy, run». «Беги, мальчик, беги». Ну, довольно удачное музыкальное сопровождение, очень ритмичное, хорошо слышны сильные доли, и удобно под него делать упражнения. Для нее, да, так как она очень миниатюрная девочка, для нее это действительно очень подходящий музыкальный композитор. Мы так увлеклись внешним видом нашей второй гимнастки, участницы финала, Анастасии Гузенковой, что забыли совсем сказать о том, что по результатам многоборья она абсолютный молодец. Она заняла третье место, получила бронзовую медаль. Ну а что касается Кристины Пограничной, то она опередила более опытную Владу Никольченко, заняла четвертое место. Да, она достаточно шустрая девочка. Хорошо. Да, шустренькая, такая маленькая, координированная. Ей очень достаточно удобно справляться с предметом. Конечно, на фоне других гимнасток она смотрится немножко порезвее. Кристина Пограничная, 19.2. Кристина, 19.2. Не все у нее получилось, была допущена небольшая ошибка.